Смотри, мужчина, по ногу, по ногу. Катик, давай, давай, подожди, подожди, стой, стой, подожди, подожди. Помогай, все. Давай. Она его направит, а я кладу его. Дивись, по ногу, дивись. Thank you.
После того, как мы его почистили, мотором ручеек,
нужно уже подготовить место для постоянного установления мотора. Для этого мы сделали из камней такой узкий проем, ну, пространство сделали для мотора. Вот здесь у нас труба посередине идет, и здесь будет, вот отсюда идет шланги и электрические провода. Здесь у нас проем имеется, и отсюда будет выходить электровода на этом уровне. Сейчас я вот здесь разрез тоже сделаю, все это покажем. Здесь разрез сделаем, угольники поставим, и для шлангов. Отсюда будет уже три шланги сюда. А вот этот проем, здесь находящийся проем, это пеной закроем. Зачем его закрывать пеной? Потому что, чтобы вдруг вода или что-то сюда не попадало. Вот здесь у нас от проема ниже до дна где-то, примерно где-то 10 сантиметров имеется. Вот. Розетку тоже сюда поставим. И лишний шнур или что-нибудь можно будет поставить. И еще, если вдруг откуда-то вода зайдет, чтобы эта вода здесь у нас оставалась на дне, чтобы сюда в шланг не попадала. Чтобы наша питьевая вода чтобы не закрузнилась. Начинаем. Что мы делаем? Вот отсюда она закручена. Вот это лишний мы откручиваем. Тоже нам не нужны. Этот мы уже убираем. Дальше. Делаем вот примерно на таком уровне. Сейчас возьму вот примерно на таком уровне. Вот. Раз. И два. Этот вырез мы уже сделали. Сейчас нужно сделать вырез для удержания мотора. Вырез. Здесь у нас будет арматура вот такая. Небольшой вырез сделаем с этой стороны, с этой стороны. И сюда поставим вот эту арматуру. К арматуре будет прикреплен трос для удерживания мотора. Как у нас будет находить этот стоять? Здесь, походу, две арматуры будет. Два мотора будет, две арматуры. Подготовили мотор, чтобы это закинуть. Это временно, чтобы очистить у нас грязь, все то, что там находится. Подсоединили шланг к ручейку. Ручеек мотор у нас. Аккуратно опускаем здесь. Мы здесь пробурили где-то высотой 27 метров. Максимальная высота. Вот здесь вот сейчас смотрим звук. Видите, уже вода, мотор касается воды. Здесь промежуток получается до уровня воды где-то 13 метров. А еще там запас воды получается 14 метров. Сейчас уже опускаем воду.
получится. Вот, опускаем полностью. И там уже мы много почистили. Вначале там где-то более 2 метров высоты грязь бывает. А сейчас уже практически на дне у нас находится. Опустили 27 метров глубины. Все, сейчас включаем. Вот мотор тоже подготовили, сюда надели шланг, а мы тоже надели, чтобы крепко держался. Трос тоже прикрепили, вот здесь несколько узелков сделали, чтобы твердое было. И шнур. Здесь каждый через метр вот, изолентой привязали трос. Трос и шнур вместе. Шланг. Опустили 11,5 метра. Вот, 11,5 метра. Уже касается, мотор касается воды. Остальное же получается накопленная вода. У нас 26 метров. Он уже вот уже лежит. Все, на дне. И получается 50 сантиметров это мотор. И там небольшой наконечник острый идет. Небольшой этот наконечник идет острый. Это получается практически по 27 метров где-то. Все, это готово. Сейчас подготовим второй мотор и опустим сюда второй мотор. Для подготовки второго мотора временно фиксируем. Так, возьмем. Первый мотор мы опустили, сейчас опускаем второй мотор. В одну яму. Посмотрим, может получится у нас это дело. Ого, бежит. Не ожидал, что пойдет, но пошел. 17. Вот второй мотор тоже опустили. Здесь у нас получается 25 метров. А вот у первого мотора это было 26 метров. Примерно вот такое пространство. Где-то полметра остается между моторами. Здесь немножко вот так приподниму, чтобы шланг не касался, и все. Так зафиксируем. Закрепили. Вот трос к арматурам прикрепили вот так. Затянули хорошенько. Первый мотор, это нижний, это верхний мотор. Дальше. Сюда еще, как видите, надели угловые. Так. Шланг натянули сюда. Хомутом прикрепили. Это первый мотор у нас получается. Вот ровно он стоит, он свободно. Это от второго мотора. Тоже натянули сюда. Его хомут тоже натянули. И тоже свободно, вот, свободно держится. Сейчас эти надо отрезать и сюда натягивать. Здесь еще мы вот удлинители розетки тоже все установили. Первый. Это от первого мотора, это от второго. Разные изоленты поставили, чтобы узнать, какой мотор, у какого мотора какая розетка. Вот здесь тоже же прикрепили, вот, натянули шланг, затянули хомутом. Оба. Это первый мотор, это второй мотор. Шланги тоже, шнуры тоже потом сюда закрутим, это покажу вам. Вот здесь герметично пеном тоже замазали, чтобы вода туда не проходила. И сюда засыпем землю тоже. Вот крышка, чтобы сверху закрыть,
где находится у нас скважина. Она полувогнутая вот такая. Я сюда оцинковку сверху поставил. Тонкую оцинковку. Здесь примерно раз, два, три, четыре, четырех местах закрепил. И пять, шесть посередине тоже, чтобы она туда-сюда не шла. Сверху еще, это тонкая оцинковка, это тонкий лист металла. Сверху еще толстый лист металла пойдет вот такой. И проберу тоже пойдет. Это получается у нас верхняя сторона. Здесь уже все подготовили. Вот уже включил, подключил к розетке вилку первую и вторую. Первый и второй мотор. Обмотали, шнуры тоже поставили. Все, уже готово. Здесь пена тоже высохла. Сейчас сверху мы его закроем. Чтобы лишнее сюда не попадало. Обмотаем. Здесь то, что если вдруг вода наберется здесь, розетки этот не будет попадать туда. Вот система наша. Такая штука. Это фиксатор, чтобы она туда-сюда не шаталась. Вот. Туда-сюда она не шатается. Оттуда будет сливаться. Дальше. Сверху будет у нас вот такая система еще. Это более твердый, толстый металл. И сверху два слоя пробирают. Все, готово. Засыпать надо будет по краям, сверху аккуратно, чтобы его не видно было. Можно будет сверху ходить, гулять. Если вот ходишь, не ходишь, упор будет сильный, никакой нагрузки на него не будет. Мы там полностью установили мотор. Сейчас нужно электричество, да, для подключения мотора к розетке. В таких случаях, когда мотор находится в воде, в земле, вот, в пробуренных местах, нежелательно устанавливать включатель. Почему? Потому что если мы устанавливаем включатель, включатель же отключает у нас только один провод. Это получается или минус, или плюс он отключает. Если примерно он отключает плюсовой или минусовой, примерно отключает, а мотор находится у нас в воде, вода еще мокрая, это в земле получается, да, связь имеет с землей, мокрая земля, мокрая, где вода имеется, это получается у нас минусовой. Если в розетке имеется плюс, то эта часть получается минус. Из-за этого все время мотор, находящийся в земле, в скважине, будет находиться всегда под нагрузкой. Чтобы этого не было, советуют, обычно советуют включать через розетку. Мотор включать только через розетку. Почему через розетку? Потому что розетка отключает оба провода и полностью от электричества, полностью уже отключается. Никакой нагрузки для мотора не бывает, и мотор вообще не работает. Я что сделал? Не стал его все время включать, розетку выключать. Я приобрел вот такой рубильник. Это у нас сверху коробка получается, внутри вот такие два рубильника имеются. Два рубильника здесь как получается? Я отдельно взял два рубильника. Продается иногда целый один рубильник с двумя такими объединенными. Вот. А такого не было, я приобрел вот такой. Чтобы они целые были, я взял небольшую проволоку, пропустил, там имеется специальное отверстие. Через это отверстие пропустил, вот тонкую проволоку. И все. Это тоже получается как одно целое. Вот здесь, когда я его опускаю вниз, видите, оба они идут. Вот хоть на это нажму, хоть на это нажму, оба они идут вниз. Из-за этого получается как. В данном случае он находится в отключенном состоянии. А если вниз опустить, мотор включается. В чем особенность этих рубильников, отличие от включателей? Включатель, как я вам до этого объяснил, отключает только один провод. Отключает только один провод, это или минус, или плюс получается. А в данном случае рубильник, он отключает оба провода. Как бы выполняет роль розетки. Один провод идет сюда, этот провод у меня, этот провод идет, который от счетчика. А отсюда уже идет к мотору.
Здесь, получается, один провод идет к одному рубильнику. И отсюда тот же самый провод идет уже к двигателю. Здесь второй провод идет к второму рубильнику. И отсюда идет у нас, получается, этот к мотору второй провод тоже. Когда мы оба включаем, получается, этот, они одновременно включаются. Когда мы отключаем рубильник, получается, и этот провод отключается, и этот провод отключается. Образуется этот разрыв проводов внутри. Из-за этого этот метод установки рубильника, мне кажется, по моему мнению, это более эффективный и более удобный метод, чем розетку включать во время, вытаскивать. Это, во-первых, чуть неудобно получается и, ну, небезопасно. А вот этот рубильник, это более безопасный метод получается и более удобный метод. Я сейчас вот отсюда включу рубильник и покажу вам, как идет у нас вода. Вот, видите, я один нажимаю, оба опускаются. Вот, это я, получается, мотор включил. Вот, звук тоже... Вот, я пришел к шлангу, откуда у нас идет вода, видите, звук воды. Это примерно где-то промежуток от мотора сюда, чтобы прийти, ну, где-то минута, наверное, будет. Ну, и даже минут не будет. Вот это у нас получается, вот такая чистая вода идет из скважины. Прекрасная вода идет. Расстояние от мотора до... От скважины, от мотора до этого конца у нас получается до точки выхода воды. Это у нас получается где-то, ну, где-то примерно 150 метров. За этот промежуток даже менее минуты и поступает вода. Вода, она на вкус приятная у нас в скважине. И где-то и чистая. Сперва вначале была грязная вода, сейчас уходит вот такая чистая, прозрачная вода. 27 метров у нас глубина шланга получается. И отсюда где-то, ну там, более 100, наверное. Да, более 100 метров у нас до этой точки. Это максимум 150 метров. И под такой давлением идет вода. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания. Надеюсь, вам какую-то пользу принесет это видео.